Туалет тут разве на втором открыт? А тогда было, тут все закрыто должно быть. Зеленая карта, вы, блядь, издеваетесь надо мной? Где нашел? Меченки? Блядь. Ну, к вайпу готовишься. Ух ты, классно, я кинул гранату. Профессиональная раскидочка. Да, как обычно. Да, блин, делся. Убил, да? Да. Чё там? Убил. Твою мать, я, блин, испугалась. Я, кстати, вообще не испугался. Удивился, да. Признаю, удивился конкретно, блин. Настя, ты так удивился, что я даже, блин, случайно на левую кнопку мышки нажала, блин, и выстрелила. Для меня настолько было неожиданно твое удивление, понимаешь? Я сам чуть, блин, не это... У меня там кирпичик по штанине сползает. А, ну вот. Не, ну ты не забывай так, что так-то, что вели еженедельные квесты, и, в принципе, на них тоже можно нормально подняться. Забрали. Щетка подо мной. Убил. Я на втором сразу справа, как заходишь. Угу. Кинул вот эту. И надо было на свою броню, короче, надо было страховать. Сейчас бы не было таких проблем. Ты меченку открывала? Да. Пойдем туда, поехали. Все? Машина была, да? А я хрен узнаю, сейчас посмотрим. В чате Никит неразборчивые там фразочки. Ну, Шатаныч-то поставил галку, что ему могут чат писать только те, кто подписался. А, ну, в принципе, а, да. А, у меня... Я сзади. Бил. Ой-ой-ой! Что тебе? Я слышу. Не понимаю, вижу. Где? Я его не вижу. Он где-то на дороге. Я зеленку ушла. Сиськи. Аккуратно. Скажешь, когда будешь подходить, чтобы тоже подошел. Блин, я уже. Зеленку. Убиваю. Да, это стоянка, походу, была. Кончик с него стащить. О, 12 уровень, понятно. Это санитары. Санитары все минус, убегаю на первый. Он хилится слева в туалете слева, на втором этаже. Лазер у тебя? Нет. Он где-то у меня. На втором все? Аня, информация. Одного убила. Молодец. Туалет? Ты ко мне заходишь? Я в туалете. Он не в туалете был, он пристроил был. Вот. Я хилюсь. Я в туалете. Железо. Минус. Что-то вообще крякну как бот. Нет, это ЧВК, но там глупый. Грена. Это что было? Была грена. Твою мать, это в центральную кидали. Да, это со стороны костра кидали в центр. Кинул пока сумку на землю тут. Я спрыгиваю с окна на первый.
кидает гранату. Я кинул. Не слышу, не вижу, да. Пристрой первый. На центральной нету его? Он в пристрое. На первом в пристрое. Не. Грена кидает. О, по-моему, прострел ему сейчас зашел. Да, готов он. Ну, я ему там тоже хорошо надавал. Ты бы сейчас видела, как я убил его. Чисто чит. Я спускаюсь к тебе на первое. Ага. Айфулка. Большая сумка. Он тут наубивал уже людей. Да, он там наубивал в этом, походу, людей на АГС. Хороший челик. Блин, эти фонари разовевшие, нихера не слышно. Что за фигня, почему не разбивается? Так. Понабрала брони. А что, он тут был? Да нет, он вроде дальше прошел. Может, ага, вижу, вижу. Посмотреть? В темку. Возле темки уходит дальше. Двое. Уходят они. Они в темку ушли или куда? Справа от темки они ушли. На новую локацию, как бы. Ну вот, за твои времянки, можно сказать. Да, ходят. Там же? Один лег. Дал хае. За контейнером. Двое минус. Подожди, моя граната. Окей. Убил? Да. Право, железо. Яма вот эта, поняла? Которая тут по центру, Локи. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Это бот. Да. Ты под АГС-ку не открыт? Нет, закрыт вроде. На третьем этаже спустился, на лестнице центральная, короче. На обратно, по-моему, поднялась. Был на третьем, да? Да, он обратно поднялся, по идее. Да, точно, собственно. Ник-нейм помнишь? Густер, да, густер. Ну скажи, скажу. А, слева засел, я понял. Пятый уровень. Убил я его. Баску, да, брал. Бля, пристрой на первом.
Откуда? Откуда орёт? Да? Он выпрыгнул. Я у платника. Подожди, или внутри? Кто-то выпрыгнул. Он внутри. Один внутри. Он вроде в комнате в этой стоит. Не, он где-то пристроил хоть, по-моему. Я не уверена. Хотя дерево прыгал. Убил. А как он жив остался, простите? Это не он. Еще там один. Еще. Он где-то... В торце прямо, в углу. Ты умер? Не-не-не. Ты на первом? Да. Хожу на первый. Он убегает дальше. Не убила. Так, я за двушкой. Угу. Я к тебе навстречу по забору иду. Угу. Немножко к трёшке, я трёшку пойду. Кто встал? Ты? Нет, нет, нет. Убил. Угу, я бегу. Тут ещё есть. Сзади. По забору. Убил. Что так не везет-то мне? Походу Бэмби тут какой-то. Да. Бегает. Где? От двухи? С трёшки. От трёшки, да. Двушки. По забору. Бело. Хорош. Ещё один. Даю туда гранаты в куст. Лёг. Где-то левее немного от него в кустом. Идешь под разменщик? Нет, еще не иду. Но сейчас иду. Он отошел немного левее и убил. Вот убил меня. В кусту лежит. Просто лежал. А, то есть эти чуваки подошли и сразу легли лутать, что ли? То есть они залутали твоего этого? Ну ты же говоришь, он лег, типа. Они подошли к трупам. Я просто слышу, не, я убила чувака одного. И второй напарник просто тупо лег, понимаешь? А, не этого пролутали. Все, я понял, откуда у них оружие. Просто пропали, типа. О! В кармане! С нашей? С нашей. Правый угол был, если что. Хожу. Убил. Думал, показалось. Его? Да.
ФСК, по нам? Да. По мне! Большое! Да. Больно же как. Не вижу. Граната, твою мать, не надо! Скотина такая. Вот за времянкой. Ты где, скажи мне, в яме? Крадется, я в яме. Даю дальние гранаты туда. О, я его взорвал, у меня квест выполнился. Молодец. Почить там немного. Надо еще осмотреться. Я за временкой. У меня еще сидит. Где? Где биотуалет, а тут знаешь, есть у большой стройки. На гранате. Где меня примерно убивали из трактора? Только вдоль забора. Побежал. Убил. Убил. Я второй раз в жизни доначу. Так, лутаю своего типа. Надеюсь, ты там ходишь. Чиркаешься. Слева от меня. Я сейчас села. Твою мать, где? Не убил, вот. Заколебали, бля. А, тебе в лицо попал, что? Не, в грудную клетку пострелял. Где ты была? Чё, мне опасно? А, да, ну там вышла из этой херни. Там, короче, да. Прозрачная. Прозрачная дверь, так и запишем. Да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.